Ингуши – древние насельники Кавказа. Испокон веков несли мы в своем обществе зерно истинной демократии, абсолютное правовое и социальное равенство всех его членов, свобода от любой формы зависимости одного человека от другого, право голоса каждого в принятии жизненно важных решений для страны. Старинный ингушский институт парламентской демократии Мехкел – это не что иное, как признанный во всем цивилизованном мире идеал взаимоотношения государства и человека, право и справедливость. Сегодня в Ингушетии происходят события, которые равно нетерпимы как в условиях ингушского права, так и в условиях права Российской Федерации. Мы оказались лишенными голоса в принятии решения, от которого зависит наша дальнейшая судьба. Первый Всемирный конгресс ингушского народа. Вспомним сегодня голос своих предков, чтобы завтра мог звучать голос наших детей.